Один ведущий, как я понимаю. Ну, я буду ведущим, просто подсказывать, если у кого-то какие-то вопросы есть, чтобы карточку там чью-то случайно не спалить, что-то типа такого. По самой игре. Значит, в игре есть две, ну, можно сказать, команды. Значит, есть шахтеры и есть вредители, или же саботеры. Так, все. У всех есть своя роль. Значит, есть вот такая вот карточка входа. Это туннель. В одной из этих спрятано золото, до других камень. Нужно добраться, шахтеры должны сюда прокопаться, туннель простроить, а вредители должны наоборот мешать. Да. Не дать. В каждый ход человек может сделать действие. Это проложить еще один туннель, карточку туннеля проложить, или же он берет, использует действие, там есть карточки действия, это есть действие поломать другому человеку инструмент, починить другому человеку инструмент, сделать обвал, или же использовать карту. Вот эти вот рамки сзади вас, это для того, что если вам кто-то ломает инструмент, то он ставит туда эту карточку. Вот, то есть, если у вас поломанный один из инструментов, любой, то вы не можете строить туннель. По правилам, какие-то вопросы? Вот сюда вот подход, по очереди, только подходите, вот сюда вот тут, где я, и берите по 5 карточек. Вот сейчас на первом игроке, на красном, пока буду рассказывать, что делать. Значит, вы выбираете одну из карточек, и ее вот или туннель вы прокладываете, или же используйте действие, или если вам ничего из этого не нравится, вы можете скинуть карточку и взять новую. Сейчас у вас все инструменты целые, да, вы можете строить. Во-первых, стрелочки должны совпадать, вот они слева есть, справа в углу. Вот они должны совпадать с уже существующими. Все. Вы построили туннель, вы берете новую карточку, переоранжу. Только, пожалуйста, вот отойдите как-то так, чтобы не мешать тому, кто сейчас ходит. Вот сейчас оранжевый. Оранжевый. То же самое. У вас есть 5 карточек. Вы выбираете, какую делать. Все. Все, берите новую карточку. А типа, когда можно будет кого-то выгнать? Да не, выгонять тут нельзя, тут все до конца играют. Тут вы можете только портить инструменты, чтобы человек не мог строить туннель дальше. Так, все, желтый, пожалуйста, ваша очередь. Нет, смотрите, ну, во-первых, туннель нельзя, чтобы он обрывался. И туннель можно ставить только туда, докуда уже есть дорога. Так, пожалуйста, не деритесь. Вы мне будете потом шапки чинить. Все, отлично. Берите новую карточку. И следующий. Все, пожалуйста. Зеленый. Ну давай рожай. Сложный выбор вообще. Я себя чувствую в яслях. Да, все правильно. Пожалуйста, берите следующую карточку. Зеленый. И теперь ходит бирюзовый. Давай, рожай. Не, можно, только вы ее повернуть должны. Вот так. Так, все, берите новую карточку. И ходит следующий. Синий. Так, я напоминаю, вот под одним из трех люков находится золото. То есть туда надо примерно строить. Ну, это так, просто. Ну, чтобы не на рандом строили. Так, все, синий берет карточку, ходит фиолетовый. Все, отлично. Берите карточку и розовый теперь. Так, не бейтесь только. Алло, не бейтесь. Вы лучше скажите ему, чем его бить. Розовый, пожалуйста, ходите. Я могу вот, типа, вот обвал Нет. типа, вот, делать? Ну, если карточка обвал есть, да, вы ее ставите. Ну. Да-да-да, теперь все, убирайте карточку обвал, забирайте ее. Вот, вот эти две карточки, одну, не-не-не, обвал, который вы использовали, и карточку, которую вы сломали, вы ее сбрасываете.
Так, все. Розовый походил, взял новую карточку, теперь круг продолжается, красный. Да, пожалуйста, вот вы подходите, смотрите в любую из бочек, это вы используете карту, называется так. Если вы хотите кому-то сломать вагонетку, ну, то вы ставите вот это соответствующему игроку. Вот, например, зеленому. Я босс. Все, берите новую, и следующий ходит. Я ж тебя знаю, я ж знаю, где ты. Желтый. Я ж к тебе домой приду. Лучше 10 раз скажите слово желтый, 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 ходите. И он до него дойдет. Желтый, ходите быстрее. Жопа, 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 жопа. Жопа. Стрелочки. Угу. Так, анимации, пожалуйста, чтобы все нормально ходили, а не вот этот пропеллер, который у вас включен. А, у меня пропеллер включен? Ну, не пропеллер, а какой-то вентилятор. Все, берите. Вот так можно? Нет, желтый, берите карточку и ходит следующий. Нет, вот обрывается туннель. Могут вот тут. Предатели. В каком случае могут смотрите, предатели? У нас количество карточек ограниченное. Если карточки заканчиваются, и ни у кого больше карточек нет, и при этом туннель к золоту не построен, то побеждают вредители. Зеленый, если вам нечем походить, вы сбрасываете карточку. Так, бирюзовый. А как мне вагонетки? То есть мне тоже починка вагонетки нужна? Ну, да, ну или кто-то другой может эту карточку использовать именно для вас. А у него антик на ГБ. Стрелочки бирюзовые не совпадают. Во, вот такая подойдет. Так, все, бирюзовый, берите новую карточку. Синий, ходите. Угу. Берите новую карточку. Следующий. Фиолетовый. Да, фиолетовый взял карточку. Следующий, розовый. Так, так, так. Я поставил карту, все. Хорошо. Все, берите новую. Так. Красный. Кстати, если у кого-то что-то поломано... Все, отлично. Теперь да. Туда это. Саботёры. Кто-то уже смотрел какие-то карты, то есть уже две карты смотрели, да? Вот те люди, которые использовали карту, которые посмотрели, где золото, где камень, они могут сказать, они могут соврать, они могут ничего не сказать, то есть они сами решают, что они рассказывают. Оранжевый, алло, вы будете ходить? Ой, нет. Какие уже сокровища? Да ты достал. Так, берите новую карту, оранжевый. И теперь желтый ходит. Угу. Все, отлично. Берите новую карточку, желтый. И следующий ходит. Зеленый. Называется бан. Зеленый. Зеленый батарей. Зеленый, что ты втыкаешь, а? Зеленый. А, зеленый, что ты втыкаешь? Стрелочки. Да, 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 зеленый, у вас же поломанный этот инструмент, вы туннель поэтому не можете делать. Угу, все, вот эти две карточки, которые вы только что... Не-не-не, а починку, ее тоже сбрасывать. Но она тут не должна оставаться. Все, вы эти две карточки сбрасываете, берете новую и ходит бирюзовый. У вас есть какие-то на серые кастомные? Не, если вы так хотите, то можете так оставить. Ну, если у вас такой план был. Бирюзовый, берите новую карточку. Синий, алло. А, ну все, берите новую карточку, и следующий ходит. Фиолетовый. Фиолетовый, давай, ходи, ты сможешь. Я верю в тебя, ты сможешь. Все. Ну только ее повернуть, чтобы стрелочки были одинаковые. Да, все отлично. Фиолетовый, берите новую карточку. И теперь розовый. Розовый. Я хочу вот это вот. Угу, да, заглядывайте в этот. Все нормально. Там красный, камень. Пожалуйста, ходите. Запомните, там камень. Ну, так можно. Так можно, если вы так хотите. Религуйся. Берите новую карточку. Религуйся. Оранжевый. А есть карты, которые вот. Можно будет потом после, угу. Которые мне не нужны. Задобрить надо Санечку. Зеленый. Не-не-не. А, если нет карточек, то все. Но новые вы не берете. Так, бирюзовый. Угу. Все. Карточек новых нет, я поэтому... Матер. Синий, пожалуйста, вы. А мне? Ну да. Все, синий. Если вы так хотите, то пожалуйста. Вот это розовый, это вы поставили. Я взял новую карточку.
нажал на кнопку, мне карта не выдалась. Потому что карточки закончились. Алло, розовый, вернитесь. Вот что вы поставили? Вы видели, что вы поставили? Ой, Диня, спасибо, что вы мне помогли. Да. Ну, а вы видите, что туннель тут в никуда идет? Вы другую карточку должны поставить. Блин. Спасибо, спасибо. Отойдите, ну что вы мешаете? Розовый, все, вы походили? Да. Все, следующий. Красный. Давайте, нам надо вот дойти вот сюда вот. Красный, я на тебя надеюсь, что ты мне видать. Красный. Я с ним дискуссию. Вы походили? Вы вот это? Да, да. Вот тут. Все, хорошо. Оранжевый, вы будете ходить? Я уже походил. А, ну. А, ну хорошо. Все, уходите следующий. Желтый. Не, ну да, все можно, все правильно. Так, я видел, что вот желтый походил. Желтый, кнопочку ж не забывайте жмакать, что вы типа походили. Так это зеленый, зачем вы зеленого ударили? Алло. Все, теперь ты в группе. Да, да, да. Кнопка все еще на желтом. В смысле, какой фиолетовый походил? Зеленый сейчас ходит. Почему она не двигается? Алло, кто это издевается? Зеленый, пожалуйста, ходите. Ну да, Реликс умеет. Что это? Нет, 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 вот слева у вас там обрывается. Рилик, это Рилик делает. Тогда единственный вариант это... Плохой. Бам. Так, а, ну нормально, все. Бери это, жмакайте кнопочку и ходит следующий. Бирюзовый, ходите. Не-не-не, стойте, бирюзовый, что вы поставили? Вот этот туннель слева. Он обрывается. Вот это вот слева. А я могу кому-то что-то заблокировать, чё предполагаемому ты? Предателю? Да, ведь для этого и есть рамочки сзади. А так, если у человека уже что-то висит, например, вот лампа, мне за что-то абсолютно все. Нет, два раза лампу нельзя сломать. Хотя я хороший. Мне все заблокировали почти. Если вы не знаете, чем походить, сбрасывайте карточку и все. О. О, вы соединяете? Вот тот, кто достраивает туннель до какой-то бочки, он берет из бочки этот предмет и ставит в рамку. Он, пожалуйста, бирюзовый. Вы достроили? Вы открываете, смотрите, ставьте. И соединяйте. Не, ну на... Не, кстати, вот тут... вот так оно и должно быть, да. Ну типа, вот этим карточкам можно обрываться. Люди, вот тут золото, вот тут золото, вот тут золото. Все, бирюзовый, жмакайте кнопочку и следующий. Посередине золота. Синий. Посередине золота. О, вот это? Все, жмакайте кнопочку, следующий. Фиолетовый. Посередине золота. Карточки уже закончились. Все, фиолетовый походил. Жмакайте кнопочку. Или это не фиолетовый был? Или это кто был? А синий кнопочку не жмакнул, наверное. Следующий. Розовый. Фиолетовый. Так, отойдите, пожалуйста. Я жмак. А, ну все. Нет, уже розовый, все нормально. Все, розовый, пожалуйста, вы теперь открываете карточку. Карточки закончились. Я говорю, все, кто были шахтерами, вставайте в один угол, а все, кто был вредителями, в другой. Уже все, игра уже закончилась, но имеется в виду этот раунд. Где шахтеры, где вредители? Вот тут шахтеры встаньте. Вот тут. Ну вот с этой стороны, на да. На черную шахтеры, на черную другую эти вредители. Вот, а вот тут вредители. Где оранжевый? Еще оранжевый был. Реал Гай, ты реально не был саботером, а что ты туннели ломал? Ну, по факту раунд закончился победой шахтеров, потому что туннель был построен. Вот. А саботеры? Я так и не понял, кто был саботером. Ну, я вижу вот двоих, это фиолетовый и бирюзовый. А кто третий? А, желтый еще. Все, значит, побеждает. Я вижу красный, синий, зеленый, розовый и оранжевый.